Этот стул стоял здесь прежде. А эти стихи были довольно дурные. Вам нравятся дурные стихи? Может быть, товарищ писал их от чистого сердца. У него просто не получились хорошие. Вывод. Вы чуткая девушка. А почему вы одна? Одна, не одна. Не все ли равно? Нет, не все равно. Просто я боюсь, что кто-то сейчас к вам придет. Это чепуха. Я с аэродрома. Я очень проголодалась и зашла. Все неважно. Часто так пристает? Часто. Не надоело? Не надоело. Просто люди моложе 100 лет часто верят в неожиданные встречи. Веселый товарищ. Нет, я пессимист. И иногда отчетливо представляешь, как быстро проходит жизнь. Вот потеряла 2 рубля, расстроилась. А вот каждую секунду мы теряем ровно секунду жизни. И ничего не изменишь. Какой вы странный, какой вы странный. Да. Давайте выпьем за мою странность. Зачем? Не будьте ханжой. Это просто белое сухое вино. Я просто не люблю, когда меня угощают. Проблема. А давайте поступим как мужики. Выпьем эту бутылку, и вы купите другую. Подходит такое решение проблемы? Подходит. Только мне немного, а то я завтра улетаю. Прекрасно. Улетаете, прилетаете. А где же вы работаете? Это не важно. Это вы все равно не поймете. Почему не пойму? Пойму. Что же вы поняли? Просто в жизни по тем или иным причинам бывает так, что люди встречаются, и незнакомым людям проще общаться. Да. Все вы понимаете. И вам со мной легко. А, чепуха. Вот вы улыбаетесь. Вам, наверное, часто говорили, что у вас красивая улыбка. Но она немного глуповата. Простите. Хорошо. Хорошо. Люблю людей, которые говорят правду в глаза. Понятно, понятно. Да, действительно, я сегодня как-то... Что мы с вами все говорим, говорим? Ну, а все равно ничего нового друг другу не можем сказать. Вот если бы все люди замолчали лет на 5, тогда бы у всех слов снова появился большой смысл. Непонятно, да? Понятно, понятно. Вот я говорю, думаю, понятно, а так получается как непонятно. Что вы улыбаетесь? Так. Просто так, да? Просто так. Я вот не люблю, когда мы просто так улыбаются. Вы мне просто попали под настроение. Нет. Просто я вам понравился.